Не забывайте поставить лайк на видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех приветствую! Готовлю плов с тыквой. Тыква почистила кожицы. Теперь нарезаем вот такими кусочками. Посыпаем по вкусу сахаром. Соль. И перемешаем. Так оставляем на несколько часов. Я иногда оставляю на сутки. Я отложила на сутки. Вот посмотрите, сколько сока выделится. А тыква стала упругой и не будет разваливаться при варке. Рис заранее замачивала на 20 минут. В кипящую воду добавляем соль. И варим рис до полуготовности. Тыкву соком место освобождаем в кастрюле, где будем варить. Добавляем лук. Несколько сушеных яличек. Кураги. Заранее замачивала. Айву. Рис варили 3 минуты. Теперь откидываем на дуршлаг. Заранее отвариваем мелкую фасоль. Она у нас называется маш. Если у вас нет такой фасоли, можно отварить чечевицу. Я добавлю и то, и другое. Солим. Немножко фасоль. Чечевица. И рис. Рис варили всего 3 минуты. Добавляем маш. Чечевицу. Сверху посыпаю куркумой или можно шафраном. Кладем кусочками сливочное масло.
Добавляем немного воды, около 100 мл, потому что сока тоже было много. И ставим на очень медленном огне томиться. Прошло 50 минут, и плов готов. Посмотрите, какой рассыпчатый плов получился. А на дне уже тыква. Вот такой вкусный плов получился.